You stay by the boat, little lady. I mean it. I've got some grown-up stuff to attend to, but I'll come back for you later, okay? You can't just leave me. No. No. It's too dangerous for you to come along. I'm not gonna be any safer here. Is there a little girl on this planet that will listen to me? All right, stay close. You're with me now. Come on. Собственно, такие дела. Что за девочка? Мы играем за Барри. Барри крутой. Привет, ты по-прежнему на игровом канале Блэка. С тобой по-прежнему Артур. Мы продолжаем играть Resident Evil Revelations 2, первый эпизод. Вторая его часть, насколько я понимаю. И сегодня мы с вами пройдем этот эпизод до конца одним большим лонгплеем. На самом деле, первую часть мы прошли, и надо сказать, это было довольно интересно. Я что-то прям соскучился по такому. Сейчас почитал в интернете. Вчера, как вы знаете, я очень торопился. В результате там даже вот эти BSA-таблетки не собирал. Ну, как они называются? В общем, металлические пластины. А мне, в принципе, они нафиг не нужны. Короче говоря, я прочитал. Я вчера говорил про то, что в игре нет коопа, а он бы тут очень даже подошел. Оказывается... На ПК коопа нет, но тем не менее на консолях есть. Я этого не знал, потому что я играю, собственно, на ПК. Кооп есть, но он локальный. То есть на одной консоли с разделенным экраном можно играть вдвоем. Разработчики с Capcom сейчас дико извиняются, но... Radio Tower. That's gotta be it. Но, собственно говоря, по-моему, это фиаско с их стороны. Where are your parents? I don't have any parents. And I don't know why I'm here. I just am. She got you just like she got my baby. И как бы там ни было, птичка. Давайте начинать предыдущий момент. Greenpeace, извини. Я просто должен был это сделать. И чё? Никакого яичка не вывалится, как в Resident Evil 4, скажем. Нет? Ладно, хорошо. Так, я на самом деле, я так понимаю, вверх по лестнице... Нет, подожди, вверх по лестнице я подняться не могу, да, то есть я правильно иду. Короче говоря, игра интересная, она прикольная, но при этом звезд с неба не хватает. Те люди, которые ожидают от нее каких-то там свершений, я не понимаю, чего вы, собственно, на что вы рассчитывали, потому что по трейлерам было видно, что это середняковая, но достаточно прикольная игра. Я, в принципе, никаких иллюзий не питал, поэтому мне все нравится. Мне все нравится. Resident Evil Revelations 1 был точно такой же игрой. Ее там некоторые превозносили до небес, некоторые хаяли. А по сути была крепким середнячком. И это хорошо, потому что... Ну, не знаю, такие игры. Они тоже нужны. Не только же нам в мегабюджетные блокбастеры играть. И не только в инди. И че я сюда иду? Короче говоря, нам, наверное, как-то... Некоторые люди, кстати говоря... Not scared of me? No. You're... Ругают игру за эпизодическую систему. Я, на самом деле, довольно демократично отношусь к этому. По-моему... Watch out! Здрасте, приехали. Так, ну с этим-то у нас все будет норм, да? Иди сюда, черт. По-моему, игры распространяем по эпизодической системе, по-своему хороши. Wow, what a pretty name. My name's Barry. Barry? That's right. Don't wear it out. I won't. Жучков сколько? То есть эпизодическая система, по-моему, это вполне себе неплохо, но, опять же, в меру. Если начнут выходить только эпизодические игры, это будет плохо. Но вот так вот, иногда сесть на вечерок и за вечерок... Слушай, ты залип, по-моему, в текстурах. Тебе норм? Пройти за пару часиков, за один вечер что-то, особо не напрягаясь, это, по-моему, вполне себе неплохо. Другое дело, сколько за это денег просят. Как бы... Эл. Все познается в сравнении, да? Так, ладно, вы как-то пипец, какие-то глючены, я не знаю. Что же вы так ломаетесь? Это норма? Это норма? Я не понял. Так, нам туда. Короче говоря, как вы знаете, мы находимся на острове. На острове происходит нечто
Пипец, какое странное. Ладно, хорошо. Барри — это тот персонаж, за которого я давно хотел поиграть. Я, честно говоря, не припомню ни одной игры в серии Resident, в которой мы могли бы за него поиграть. Или были такие? Скажите мне, я достаточный фанат или недостаточный фанат? И если действительно где-то был Барри, и я про это забыл, то это не клево. Так, а что это? Здесь, наверное, какая-нибудь блестяшка, да, точно. Я слышу, что там кто-то ползает. Слушай, эти жуки реально сломаны, посмотрите на него. Хорошо, ладно. Я просто... Я понимаю, на нас враги бегут, Барри. На самом деле вообще не страшные враги, но куснуть могут, поэтому надо быть поосторожнее. Так, а света они боятся, нет? Не знаю там насчет опасны, не опасны они, но вы посмотрите, они, по-моему, охренеть какие противные. На, получи. Я еще более противный, так что это не я к ним попал, это они ко мне. Барри крутой. Мы сейчас как раз с вами проходим Resident Evil Remaster. Он там на главных ролях. Ну, не на главных, ну, вы поняли. Играет значимую часть в сюжете. Ого, что это было? И поэтому это для нас такой мини-спойлер, что он в итоге выживет в первой части. Насколько я знаю, кстати, в первой части Resident Evil Барри может как погибнуть, так, собственно, и выжить. Там это зависит от вас. Так, сочетание... Понятно. То есть красное и зеленое все-таки они комбинируются, да? Ну, давайте попробуем. На самом деле я не думаю, что мне сейчас это нужно. Так, у меня есть Magnum Python, у меня есть штурмовая винтовка М, какая-то АР, что-то такое, и самурай, пистолет самурай. Ок. В игре прикольная атмосфера, это такой от Last Evil Визинович. The monsters. Monsters? Слушай, я на него могу переключаться? Нет, пока не могу. Видимо, потом смогу. Ну, короче говоря, я так понимаю, если вы играете на PlayStation 4, там, на PlayStation 3, ну, на консолях, в общем, то один игрок может играть за девочку, а второй может играть за Барри, скажем, здесь. Или там за Мойру и Клэр. Но, насколько я знаю, сейчас все доступно это только в локальном режиме, там, на разделенном экране, на консолях. На компьютере разделенный экран был бы не так уж оправдан, потому что, ну, тупо мониторы меньше, чем телевизоры в гостиной, да? Согласны? Но, тем не менее, все-таки то, что у нас такую возможность убрали, это, по-моему... Здрасте. Это, по-моему, не очень хорошо. Ух ты. Ты что такой резкий? Так, спокойно, уворачиваться мы по-прежнему можем. Так, свободен, ты еще же не будешь вставать? Будешь. И очень зря. Не вставай нахрен. Барри, ты такой старпер. Это круто. Ты похож на Джоэля. Вот это вот вообще похоже на Last of Us. То есть, такой пожилой мужчина, с ним маленькая беззащитная девочка. Мужчина брутален и зол на весь окружающий мир. Это круто. Патроны к штурмовой... Это хорошо. Но мы пока будем пользоваться пистолетом. Кстати, надо вот это вот все осматривать. Я на самом деле не горю желанием там что-то вот прям собирать, вот эти вот секретики все... Но если что-то уж попадется на глаза, надо брать, наверное. Фонарик у нас, я надеюсь, не кончается. Не то, что мне неинтересно там что-то собирать, я просто, ну, думаю, для прохождения-то это зачем? Я и сам никогда не был фанатом вот этих вот коллектабл всяких. Мне на них, честно, вот пофиг просто. Но при этом вот эти вот современные игры, они извратили. Ты прибегаешь куда-нибудь в новое место, и вместо того, чтобы там вникать в сюжет, в атмосферу, ты начинаешь как какой-то этот, какой-то хорек бегать по углам, короче, искать, есть ли где-нибудь секретики. Это не очень хорошо. Я уже давно замечал. Это вот Alan Wake очень сильно, допустим, у меня запомнилось. Куда не попадаешь и начинаешь рыскать там. How do you know? I can just sort of see them.
Так, Наталья. Чутье и указание Натальи. Наталья обладает способностью ощущать расположение врагов при нажатии кнопки левый стик. Она приседает, увеличивая дальность своего чутья в положении приседа. Наталья двигается беззвучно, из-за чего врагам труднее ее обнаружить. Также Наталья может... хорошо. Oh, no, you don't, young lady. It's too dangerous. Why? I'm not scared. Ага. Слушай. Вот он что. Хватай. Опа-па. There's something ahead. Be careful. Так, а мы тут можем как-то пройти? Не, походу придется валить. Не знаю, может мы сможем как-то... Блин, ну там блестяшка лежит. Может, ну и нафиг эту блестяшку. А нам все равно туда идти. Ну ладно. И чё, типа я не могу переключиться на персонажа? You just let me handle this one. А, ну окей. Я могу к нему сзади? А, вот скрытая атака. Да уж, скрытная. Все услышали, я думаю. Или нет? Так, хорошо. Как думаете, мы сможем пройти как-нибудь, чтобы они нас не заметили? Карта исправительного центра. Суперски. Здесь наверняка еще что-то есть, но пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Там у них вроде как что-то лежит, смотри. Так, мужчина нас сейчас определенно срисует. Он смотрит прямо сюда. Нет, он не смотрит сюда. По-моему, там сзади кто-то подходит. Это же стелс. Никто ничего не может сделать против стелса. Смотри, они в них вбиты тупо гвоздями, какими-то штырями. Орудие борьбы. Так, засек. И сейчас, походу, пойдет мясо. Кто же знал, да? Сможем мы как-нибудь его убить так, чтобы другие не услышали? Давай, иди сюда. Был пистолет с глушителем? Девочка, иди нафиг. У нас здесь... Ах ты, скотина! Так, ну, относительно малой крови обошлись. Хорошо. Так, тут у нас какой-то неспокойный мужчина. Определенно что-то хочет. О, Барри, смотри, блестяшка. Так, ладно, хрен с вами. Там я по звукам слышу, тоже кто-то есть. Но это... А, это снизу, наверное. Было бы прикольно, если бы... Это что за глюк был? Если бы она могла как-то... Патроны к штурмовой винтовке. Так, а я думал, тут что-то... Обход какой-то. А здесь просто ткань, с помощью которой мы можем заматывать, похоже, себя. Ок. Так, ладно. What can you say, old man? Здесь один. Ладно. Так, хорошо. Идешь за мной, старикан? Барри крутой, Барри нравится. Так, тихо. А есть что? А если найду? Да нет, походу, нет ничего. Ну ладно. Короче, на удивление, Барри дали столько оружия, а в итоге у нас тут стелс. Не могу сказать, что мне это не нравится. Так, там подъемы, я так понимаю, мы... Сможем подняться очень медленно. И за это время смогут набежать всякие разные ублюдки. Ой, господи, ты же... Давайте попробуем, что будет.
Надо отметить, они довольно-таки глухие. А ты, я думаю, можешь встать, и тогда в итоге, типа, ну там, скрипты все дела. Нет, ты встать не можешь. Клетка какая-то. Зашибенская игра, по-моему, не знаю, мне так нравится. Прям. Было бы вообще шикински, если бы в руках у меня был серенький джойстик от PlayStation 1. Эта игра была бы на первом PlayStation. Старкия. Мужчина, я здесь. Нет? Ну ладно. Кстати, писали, что якобы она их видит, только нажимая левый стик, но она их просто тупо видит. У меня сейчас чувство дежавю. У всех такое бывает же, наверное, да? Как будто ты вот это вот уже где-то видел. Я не в том плане, что игра заезженная, и я где-то это видел, а вот бывают такие моменты, когда как будто то ли снилось тебе, то ли ты давно когда-то это видел, все переживал уже. Пишите в комментариях, как часто у вас это бывает, потому что это очень странное ощущение такое. Я просто думаю, блин, и сейчас я скажу вот это, и говорю вот это. Окей. Называется... Не доспал, переиграл. Так, хорошо. Слушай, ты какой-то... Неприкольный. А если что, то что делать? Бросок кирпича. В голову, что ли? Хорошо, мне нравится. Ну такой, ну как же так? А я думал, ты маленькая милая девочка с ленточками в волосах. Так, все, вычиняй. Окей, all clear. You're braver than me. Я бы увидел, что тут такое дерьмо творится, я бы все-таки эту девочку запер бы там на этой лодке и, короче, отвел бы назад. Потому что такой риск для ребенка, ну его нафиг, я бы на такое ни за что не пошел. Слушай, так мы тут были. Это то самое место, где мы бегали за Клэр. Может, мы теперь попадем там куда-то в диспетчерскую или еще куда-то. Но у меня улучшалок нет, поэтому туда смысла идти особого нет. Наверное. Хотя, в принципе, вот эта дорога, она у нас туда же и ведет. Да? Ну, почти туда же. Ящик, который могла открывать Мойра. Я такие ящики пропустил в прошлом видео несколько штук, как вы помните. Так, это а что она не поднята? Не состыковочка. Так, хорошо, судя по всему, нам с вами нужно идти туда, поэтому давайте мы сейчас с вами попробуем спрыгнуть здесь. Мало ли что это нам даст, я практически уверен, что мы вообще даже ничего не сможем сделать. Потому что, ну, улучшалки нет просто. И без улучшалки ничего не улучшить. Угу. Кстати, в игре есть микротранзакции, насколько я знаю, можно покупать для режима рейд... Кристаллы воскрешения. Не знаю, по-моему, тупо. Я вообще против любых микротранзакций в таких играх. Я за микротранзакции, если как на мобильных платформах игра при этом распространяется бесплатно. А что ты там хочешь уже докупить, это твое дело. Ну, я и то, в принципе, я и в то-то не играю. Потому что считаю это откровенным бредом. Но, когда ты покупаешь игру, и потом в итоге тебе еще что-то навяливают... Черт, я думал, второго удара не будет. Но я потихоньку ловлю, несмотря на то, что все хорошо, я все равно ловлю. По-прежнему все те же кавки. Кавки. Что я сказал? Так, хорошо, там... Слушай, ты как-то лежишь такой... Просто, короче, Кондратья хватило, ноги вытянул. Здесь у нас вроде как выход в крыло, где... Ну, кстати, да. А
что там сзади такое неприятное, судя по звукам? Cute toy, but I better find some way to stop it. Но походу придется обходить. Не знаю, может как-нибудь можно в нее выстрелить, но я пока не в настроении тратить патроны на это. Поэтому просто пойдем и будем делать то, что нужно. И будь что будет. Жуки стрёмные какие-то. Что происходит вообще? Так, это то самое место, где там много камер, да? А, вот оно. Слушай, вот это вот... This is a control room? Вот это вот место меня до сих пор интересует. Так, а как мы туда можем попасть? Ну, видимо, мы где-то ключ от диспетчерской все-таки возьмем. В конце-то концов. Видимо, где-то возьмем. Можно было бы как-нибудь посмотреть у оружия мощность. Что мощнее? Да нет, не надо мне это. Да блин, господи, это элементарно. Так, пистолет. Ну, я думаю, что пистолет самый слабый, винтовка слабая, но стреляет очередями, и магнум, который слонобоец. Поэтому пока будем с пистолетом ходить. Сложности пока в игре все равно нет. Я думаю, дальше будет. Потому что мы знаем, что эта игра с зубами. Она... Хотя, в принципе, мы на харде не так и страдали, да? Где? А, вот, точно. Эти штуки. There's something ahead. Be careful. Так, подожди. Норм? There's something ahead. Be careful. Да, пипец. Так, хорошо, а может ли тут что-нибудь увидеть девочка? Да, судя по всему, нет. Что-то тут как-то вообще ничего особо не видно. What? 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 In my butt. Камушек схватило бы, было бы неплохо. Алло, полезный. Ого. Я очень ценю, конечно, что ты кидаешь кирпичи, но если уж кидаешь, то кидай в цель. Так, за спиной никого. Так, кстати говоря, у нас есть быстрый разворот, да? Угу. Та самая записка, мама. Угу. Читали. Мама, спаси, мама, помоги. Я большой и независимый, хватит есть моя жизнь, как проблемы, мама, помоги. Все, как всегда. Как думаете? Да нет, походу. Прицел белеет просто, когда что-то такое намеревается произойти. На всякий пожарный. Так, здесь у нас пол... Ох, кирпичиком зарядило. Боевка шустрая, нравится, отзывчивая очень. Читали. Так, а у Барри-то нету на руке такого браслета? У всех есть, а у Барри нет. Барри клевый. Там снизу у нас настоящая комната смерти. Вот эти вот всякие крутящиеся крутяшки. Свидание. Подружка есть? Видимо, нет. Так, Наташка, посмотри, пожалуйста, что-нибудь видишь? Да вообще ничего не видно, да? There's something ahead. Be careful. Так, ну это я бы передала тебе. Хорошо, ходим, смотрим. Может, еще что. Ну, эту записку мы тоже читали.
Вот этот меня все время волновало. Какой-то маленький глюк, но меня так волнует. Шапипес. There's something ahead. Be careful. Про что именно ты говоришь, что там something ahead? Ладно, вроде как ничего нет. Ну-ка, пацанка. Ну да. Комната страданий и боли. Так, дверь открыта. Хорошо. Что у нас здесь? Здесь у нас пресс, который закрылся. И жучков вроде как не видать. Но я что-то слышу. Просто там мне бегать особо не светит, как бы. Зачем? Я не вижу, что там есть что-то хорошее. Пробежать-то я, в принципе, могу. А вон там у нас, по-моему, дыечка. И там мы можем пролезть. Знаете, как мы сделаем сейчас? Я просто... Я-то пробегу, мне пофигу. Я легко. Вот насчет девочки я не уверен. Поэтому давайте мы с вами по бырику сбегаем вот сюда. Кто-то бежать быстрее будет, чем там пробегать. Если бы меня еще не заносило, как какой-нибудь Lamborghini. Не, Mitsubishi Gallardo. Кто помнит, тот поймет. И вот мы уже здесь. И теперь нам в эту дыечку можно будет как-нибудь... Здрасте. Алло, гараж. Да, блин. Я думал, он уже падает. Так, ну и чё? По-моему, уехал пацан. Да нет, прекрати. Со здоровьем по-прежнему все нормально. Поэтому нормально. Идиот. Ой, идиот. Ладно. Внимательность просто, уровень бог. Мы с вами сейчас пролезем там, и тогда... Это вот что такое? Это не встанет? И тогда мы сможем дернуть рычаг, и электричество выключится. Я только сейчас заметил, что надписи-то тут все на русском языке. Я не думаю, что это дело локализации. По-моему, просто дело в том, что это русское оборудование. Хотя, как знать. Электричество, каюк. Так, что есть? Сейчас посмотрим по-бырому. Хорошо. Что еще есть? Я так понимаю, что это пресс. И мы могли просто тут перепрыгнуть и сделать то же самое. А нет, мы бы не смогли, потому что здесь стена, а здесь у нас была вот эта вот штука. И она могла нам устроить плохую жизнь. Так, ну теперь мы можем идти туда-обратно, и у нас там вроде как отлично получилось. В общем, теперь мы с вами можем двигаться дальше. Тут у нас что, я не помню. Но, по-моему, это другой выход туда же. Одно но. Здесь у нас враги. Я тебе встану. Я вот тебе сейчас встану. Лежать. Хорошо. Наверное, кучу всяких вот этих вот бриллиантиков пропустил. Кому оно надо? Так, эта штука выключена. Здесь у нас была улучшалка, которую я раньше взять не мог. Теперь, соответственно, могу. Хорошо. Я бы даже, наверное, улучшением воспользовался. Там вот тут поблизости. Вон там, вон. Как думаете, сходить? Что мы делаем? We could probably get out this way if the path was clear. Так, тут ничего. Давайте по брику смотаемся, что тут идти-то. 10 секунд. Соседняя комната. И вот мы уже, собственно, примерно здесь. Ой. Так, хорошо. Мы с вами улучшим. Ну, наверное, пистолет. Мы им пользуемся пока и.
Зачем нам емкость магазина? Там, в принципе, нормально. Да ладно, в принципе, оно везде нормально. Хорошо, он говорит что-то про то, что нам очистить нужно путь. Очистить нужно путь нам, видимо, убив всех врагов, потому что, если судить по карте, там в камерах кто-то есть. Хорошо, хорошо. Так, записка, которую мы, соответственно... Какой вообще больной человек установил в больнице вот такую штуку? Ой, в больнице, говорю. Так, ребята. Не-не-не, не так, подожди. Это же можно сделать проще. Вот так вот мы будем видеть, есть ли здесь кто. Вон там, допустим, кто-то уже идет. О, черт. Тихо. Кто-то срисовал сверху. Ок. Давай сюда. Мне будет как-то спокойнее, если у меня за спиной будет огонь. Мужчина, вы там передумали, что ли? Я бы на самом деле хотел, чтобы вы как-то подошли ко мне. Да нет, жалко. Еще кто? Я думаю, это услышали. Так, раз, два. Раз, два пока. Вроде как, если судить по карте, здесь что-то имеется, но я не пойму, что. И не пойму, где. И даже не пойму, зачем. Девочка, конечно, в ночнушке с кирпичом выглядит. В таком окружении немного как-то странно. Это круто. Дяденька, смотри. Здесь у нас лежат патроны к пистолету. Я их пока возьму и сразу тебе передам. Так, нужен ли порох? С пустой бутылкой сочетание дает взрывное устройство. Ну пусть у тебя будет хоть какое-то оружие, если мы найдем пустые бутылки. Топаз, шикинский. Это что? Это новый кирпич? Новый кирпич лучше старого, определенно. Тут ничего, тут ничего, тут ничего. Мы внимательны. Конечно. Наверняка на потолке там какая-то ништяковая штука лежала. Висела. Была. Так, хорошо, второй этаж. На втором этаже у нас раз, два, но они все за решетками. Ладно. А там есть какой-нибудь пролаз? У нас нет? Сейчас, я думаю, просто если что, начнется шевелюха. Как только что-то мы тут сделаем. И вся вот эта вот братья полезет ко мне. Так, ну и что? И чё? Слушай, а сзади там есть какой-то лаз, в который можно как-то пролезть. Но пролезть туда можно как? То. Хорошо. Размышления, как обычно. Уровень бог просто. Не знаю, вполне возможно, что снизу, с нижней камеры, там вот этот вот какой-то лаз был, можно как-то туда подсадить, возможно, ребенка. Офигеть, оно сработало. Как давно я здесь хотел побывать. Так, маленькие ручки. Это мы пока не трогаем, потому что полезет народ. Здесь еще, наверное, что-нибудь есть. Не может не быть. Да вроде как нет. Испытуемый J038 застрелен при попытке к бегству. Его труп должным образом утилизирован. До восстановления стены использовать камеру номер 1 на входе на второй этаж запрещено. Так, хорошо. Камеру номер 1 на входе на второй этаж. Почти. А ну сейчас я что-то вообще поспешил. Это не важно, это вообще не видели. Оно прям по центру, да, как-то? Как-то, наверное, вот так вот. Да, блин, что-то как-то не прет сегодня.
Да, япона, мать. По вибрации, короче, надо определять. Вот сейчас она не вибрирует. Вот сейчас вибрирует практически. Вот. Вот оно все. Хорошо. Я уже забыл просто, как это делать. Вчера все это было, я еще торопился. Так, хорошо. Еще одна улучшалка. Замечательно. Прекрасно, я считаю. Ну ладно, что. Давай дивизию. Monster! Винтовка, ты что-то вообще не алё. У меня уже патронов сколько ушло, а им хоть бы хны. Да нет, нормально. Ну как-то так. Не могу сказать, что это оружие мечты. Я думаю, будет хотя бы как в 5-6 резиденте, где винтовки были вполне себе неплохие. Ну так, короче, пойдет. Здрасте, ты откуда такой нарисовался? Упертый. Там снизу, по-моему, еще кто-то есть, судя по звукам. Так, и мне на самом деле немножко подлечиться, наверное, надо, да? Потому что меня покоцали. Сейчас, короче, если найдем травку, подлечимся. Если не найдем, пока повременим. Что это? Дневник заключенного. 7 августа. Сколько уже дней меня держат в заперти? Нас каждый день пытают, называют это экспериментами. С какой целью? Надеюсь, у них никого, кроме меня, нет. 8 августа. Мой бедный братик оказался в этом аду со мной. Сегодня ему сожгли левую руку какой-то огнедышащей штуковиной, а потом резаком отрубили левую ногу. Пипец. Сказали, что завтра то же самое сделают с остальными конечностями. Япона, мать. Это что тут происходило? Он умолял меня избавить его от боли. До сих пор его слова звучат у меня в ушах. Успокоиться не могу. К тому же еще проклятый охранник сказал, что если брат умрет, я займу его место. Неужели нашим страданиям не будет конца? 9 августа. Похоже, настал тот день, которого я так боялась. Боялась? Окей, я думал, это заключенный. Брата я уже не слышу. А вот и шаги охранника. Он идет сюда. Надо было молить о смерти, когда была возможность. Не знаю. Что тут сделаешь? Я бы кинулся в горло ему зубами, ногтями, пальцами. Меня бы убили, но хотя бы при попытке сопротивления, потому что так на убой идти. Да, на самом деле, пошел. Кого я обманываю, господи? Все такие герои на словах, а на деле хрен его знает, как бы там все получилось, да? Может быть, просто парализован был бы страхом или еще чего. Не, ну вот так вот кажется, что я бы, наверное, кинулся убивать. Так, ну что, ребенок, твоя очередь настала. Наталья. Вы знаете, я только что сопоставил то, что здесь надписи на русском, и то, что у ребенка русское имя. Наверное, это как-то связано. Плохие русские опять, нет? Так, а я тут не убьюсь? Смотри-ка, не убьюсь. Меня на самом деле это беспокоит, потому что Барри там далеко, а я здесь. Стелс. Кирпичом вообще кого-нибудь можно так оглушить, чтобы он упал? Нет? Интересно. А, вот, смотри. Я, по-моему, знаю, где я выбрался. А, вот оно что. Окей. Хорошо. Эта штука уже сорвана. Но мы, по крайней мере, можем отвернуть эту здоровенную сопелку. Все, Барри. Красава. Так, теперь. Девочка, иди нафиг. Хорошо, в принципе, получилось нормально, по-моему. Мне понравилось. Что-то, несмотря на то, что нам дается только оружие,
за Барри Кшона в разы меньше пока что, чем за Клэр. И кто-то говорит, кстати, что Клэр страшная. Клэр не страшная. Клэр выглядит вполне себе... нормальным человеком. Мы просто привыкли, что там, я не знаю, Джилл в Resident Evil Revelations какой-то модели писали, что она там бегала, у нее сиськи тряслись. Или там, ну, поняли. Здесь Джилл, ой, Клэр, нормальная тетенька такая, которой, ну, сколько там, 35, по-моему, лет. Она выглядит как человек, который, собственно, выглядит на свои года. И она довольно красивая девочка. Просто, ну реально, вот, привыкли к тому, что сиськи попы, ну это же тупо. Хотя игра японская, от японской игры этого следовало ожидать. Поэтому даже удивительно, что они сделали реалистичную внешность. А что это? Так, ну мы идем по тому же самому пути. Среди умных людей это называется бэктрекинг. Вы знаете что-то из этого? Нет. Извините. Все хорошо. А мы будем называть это... Мы снова здесь. Ничего не видно, вроде ничего. Да нет, ничего не видно. Almost there. Still with me? Господи, она в двух метрах от тебя. Так, и что там? Как думаете? К добру это все, нет? Но сейчас прям очень похоже на Evil Within. Так, ну что, закрыто. Зато тут есть вот такая штучка. О, тут целая дорога, как я посмотрю. You need to break the lock. See anything around there you can use? Понял, сейчас что-нибудь найдем. Я вообще ничего убить не могу пока. Ей, похоже, только кирпичами можно это делать. А вот кирпич у нас. Good work, sweetie. Так, зеленая трава. Сейчас я поудобнее пересяду. У вас, наверное, отразится грохотом. Но я просто сейчас свалюсь со стула. Иначе. И не будет никакой серии. Так, хорошо. You stay close to me, okay? Да она рядом с тобой все, okay. Не волнуйся. Но там они пошли к вышке, как вы помните. А здесь у нас что-то новое. Прикольно. Филин, не надо. Я сейчас ее настроение. Какой-то бункер, смотри. В кустах кто-то есть. Я слышу, как он бегает вокруг меня. Так, ну сюда вход завален, слава богу. Ненавижу бункеры. Тихо. А, показалось. Лесопилка. Сейчас, как в Alan Wake, начнет прыгать сверху один из пораженных тьмой. Что-то там недоброе. Наташка, давай посмотрим. Очевидно, да. А, понятно, по скрипту. Ого. Это что еще, Япона, мать, такое?
Так, девочка, прячься куда-нибудь. Что сейчас так? Тут будет кровопролитие. Куда она делась? Куда она делась? Where'd it go? И сразу за револьвер схватился. Только попробуй, япона мать. Так, девочка, ты ее чуешь? Вокруг меня такие звуки неприятные. Это на самом деле... На самом деле слегка не очень. Очень даже не слегка, вернее. Ладно, испугалась, ушла. Так и запишем. Пипец. Так, ладно, можно туда пойти, конечно. Но что же у нас здесь? Здесь у нас пропасть. Хорошо, сейчас ты у меня получишь. Давай, начинай. Взял. Стрёмные звуки, стрёмные. Но пока никого. Никого. Так, девочка, ты что-нибудь видишь? Кроме кирпича, похоже, ничего. Ладно, я тут не буду за девочку бегать. Как-то жалко девочку. Конечно. Эй. What's wrong? I think I saw something. Ой, 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 не нравится. Где же ты, япона-мать? Но вы чувствуете? Вот это вот именно то, про что я говорил. Игра обладает нифиговой атмосферой. Хорошо, взяли, короче, себя в руки и просто идем к этому месту, где все капает. Какая пакость. Так. Спрыгивай! Револьвер, тварь! That's one thing we left out of the brief. This island is completely crazy. Знакомая хрень. Что-то похоже на то, что у нас было в первом Ревелейшнсе. Ну, надо сказать, напугало, напугало. А как вы видели, напугать и убить — это разные вещи. Разобрались просто как Дон Корлеоне. Шучу. Я на самом деле струхнул слегка. Так, я надеюсь, повторений не будет. Барри, здоровый конь. Молодец. I don't know, honey. Let's keep our eyes peeled in case there's more. Я слышу тебя. Значит, ничего еще не прекратилось. Так, на будущее. Патронов уходит до хера. Проще убежать. Но девочка за мной, поэтому надо воевать. Что это такое? Да просто фонарь. Хорошо, хоть патроны даете.
Так, мне ж туда, да? Ладно, ладно. А, это опять фильм. Что-то у тебя с анимацией. Господи, у него два рта. По-моему, нога здесь является слабым звеном. Да, блин, давай быстрее. Господи, какая прелесть. Оно как будто срослось из нескольких человечков. Хорошо, вон там что-то светится вдалеке. На самом деле я не собираюсь никуда убегать. Пусть они бегут. В общем, надо, похоже, ногу прошибать. Левую. И под ней находится, сами понимаете, что. А я могу спрятаться от него? Могу, понял, понравилось. Слушай, да вообще живем. Так, хорошо, куда дальше? Я думал, это что-то более полезное. Так, оттуда мы пришли, да, судя по всему. Я не вижу никакой дороги, но вроде как... Блин, куда идти? Я заблудился в этом грёбаном лесу. Просто не вижу ничего. Подожди секунду, я тут не был? Вот я так пошел. Нет, я тут не был. Или подожди. Да хрен меня знает. Мог быть, мог не быть. Но так, по ощущениям, я вот этого не помню. Да не гони. Как это вообще произошло? Ладно. Я говорю, этого не видел, этого не было. Конечно. Так, ну, значит, лес не такой уж и большой. Это меня успокаивает. Притопим. Поливать. Враги не такие страшные. Враги вообще не страшные. Вообще, ни капли. Значит, нам куда-то вон туда надо двигаться. Там мы еще не были точно, значит, сейчас там что-нибудь найдем. Что это? Не знаю. Ну тут типа какая-то дорога есть, наверное. Я, правда... О, что-то есть. Бинго. Девочка. Девочка, держись за мной. Тут неспокойно. Очень. Ништяков вроде нет. Ох, там в лесу кто-то, слышали? Пипец. Жуткие, жуткие монстры в этом лесу. Those freaks had some of the same symptoms as Ouroboros. Ubo Robo? It's a virus some bad people used in Africa a couple of years ago. Question is, how did it get out here? Она намного круче Мойры. Мойра реально раздражающий фактор. Она прям такая умничка. Так, я, конечно, могу break this lock, но... может, мне нужно go there? Нет, давай break this lock.
потому что, походу, мы сюда только за вот этим и пришли. Мы можем тут спрыгнуть, наверное. Знаете тогда что? Скорее всего, мы должны были сюда изначально подойти, оказалось бы, что дверь закрыта, и мы такие, окей. Ладно. Поблизости ничего опасного нет, если только по скрипту. У нас, смотри, баррикадировался от чего-то. Они. Баррикадировались, да не забаррикадировались. Записка сбежавшего. Поверить не могу, мне удалось выбраться живым. Не скажу, что целым, но живым. Я и так не могу осмыслить то, что там творилось. Нас пытались... А, я так и не могу. Нас пытались запугать, нами забавлялись. Это было безумие. В лесу мне встретились какие-то ребята, но мне они не поверили. Я их понимаю. Я бы сам себе не поверил. В конце концов, кто бы осмелился пойти против той, которая нас всех спасла? Кто это? Это она? Смотрительница? В одиночку мне не справиться. Я ходил к радиовышке, чтобы вызвать помощь, но сигнал не проходит. Мы здесь совсем одни. Если не сообщить за пределы острова, нам конец. Она спасительница? Ну уж нет. Скорее, сам дьявол. Такие дела. Хорошие окна. Так, там у нас кто-то, кто хочет получить пулю с безопасного расстояния. Нет. Гейм-дизайнер, какие же вы жестокие. Я хотел обдурить игру. Сказал бы девочке, подожди пока. Так, их там несколько. А у меня нет никакой бутылки, чтобы это ну, бомбу сделать себе, нет? Так, хорошо. Они что, там разговаривают между собой, что ли? Да что-то я не уверен. Один точно смотрит сюда, второй как-то полубоком. Что-то лежит. Наверное... А, вот оно что. Блин, я не вижу, я к ним попадаю туда, нет? Ну, вроде как попадаю. Приятно пожариться, ублюдки. Я-то думал, сейчас будут тут страдания. Да, это что-то больше похоже на Ураборос, чем вот на эту штуку из первой части. Revelations. Преданность, единство, труд. Богатый остров. Не, это, наверное, богатый остров. Что-то такое. Социалистический труд. И чё, куда я иду, господи? Так, ну туда мне определенно нужно. А что у нас там? Где же он? Есть какая-то нычка? Куда я лезу? Чё, мне проблем мало, что ли? Так, там определенно что-то закрытое. Хорошо. Не знаю, крутая игра, мне очень нравится атмосфера. Прикольно. Не поддается. Так, наверх мы не поднимемся. А если подвинуть ящик, то что? Что тогда? Что это нам даст? Хм. Не знаю, но не на шкаф же лезть. Пойдем посмотрим, куда можно это запхать. Честно говоря, понятия не имею. Так, ну давайте попробуем методом научного тыка, что тут может быть. Я не знаю. Давайте попробуем здесь подняться на него.
Ну, понятное дело, что здесь это нам ничего не даст. Там тоже подниматься не хочет. Это, возможно, типа, чтобы может назад туда вернуться, к тому месту, где... Откуда мы спустились, собственно. Ну, я не знаю, на самом деле. А-а-а, темно, просто ни хрена не видно. Вот оно что. Так, Мойра... Ой, какая Мойра. Наталья. Цветочек. Блестяшка. Так, я просто открою дверь. А ты, дяденька, давай сам все делай. Зеленая трава. Много зеленых дает. Практически не дают красный. Да нет, блин, не ту кнопку нажал. Она так смотрит на меня вдохновленно. Так, хорошо. Уже два ящика с деталями, которыми можно было бы воспользоваться, если бы был хоть один верстак поблизости. Но вообще это место, как вы видите, было такое необязательное, да? И там, наверное, я как обычно ничего не пропустил. Да нет, конечно, ничего не пропустил. Ладно, пойдем, пойдем, ладно. Так, и что же это за место? Не знаю, мне вообще-то вот это вот все почему-то напоминает одновременно Resident Evil 4, что хорошо. Resident Evil 4 крутой. Ну, только с четвертой части я тоже пошел. Не тот Resident, который я любил, но... Все равно, Resident Evil 4 был прорывной игрой для своего времени. И одновременно напоминает Alan Wake. Вот пипец как. Now we're talking. Идите к вышке. Я так понимаю, это будет не очень просто. Пустая бутылка. Окей. Сочетание, ну это элементарно. Я так понимаю, таких вещей у нас будет немного, поэтому надо дорожить. Сочетание. Окей. У нас есть один коктейль молота. У нас куча патронов. И... Подожди. А, это зеленая. И это зеленая. Кругом зеленая трава. Да, блин. И в нее зеленая трава. Ладно. Хорошо. Карта леса. Зашибись. О, вообще отлично. Так, патроны к пистолету. Полезла. И это полезло. У меня, похоже, рюкзак какой-то бесконечный. Так, девочка. Не-не-не, девочка. Давай ты мне передашь. А, ты не можешь передать. Все-таки не лезет, да? Ну ладно. Я не знаю, в принципе, что мне вкачивать. Быстрое заряжание и урон. Пистолет или автомат? Сюда мы патронов по ощущениям больше не найдем. Пистолет. На пистолет. Мне он понравился, он просто четкий. Да и даже если я что-то сделал не так, то это все нечувствительно. Ну что, пойдем? Я думаю, там сейчас будет напряжно. Radio towers just ahead. Угу. Слушай, а мне кажется, здесь не будет стелс. Здесь будет битва. А вот отсюда что-то вылетит. Ну, не вылетит. Вынесет, короче, этот забор. Какая-нибудь здоровенная троллина. Что же тут может быть? Так, ну отсюда мы подняться не можем, вроде как. Хотя, если сюда что-то притащить, то вполне возможно и сможем. Ищем ящик. Я думаю, ящик будет здесь.
Так, ну в принципе тут мест, где спрятаться можно полно, так что я не думаю, что будет прям дико сложно. Если нам именно... Если нам именно прятаться нужно будет. Так, понял. Ох, какого перекоса... Так, зашибись. Ага. Ок, ок, что еще тут есть? Но дверь все же желательно открыть. А, слушай, так это... Нет никакого сообщения с ним. Но я думаю, в его комнате что-то полезное есть. Тихо. Ладно. Девочка, ты куда? Просто скажи, куда ты, девочка, япона-мать. Я же на увороте был. Да япона мать. Вот это сейчас было несправедливо. Фу, блин. Не знаю, как он меня в итоге заметил. Видимо, я слишком морды торговал. Ну ладно, мертвый пойдет. И чё я сюда ходил? То есть тут тупо необязательная комната была. Ну ладно, чё, хорошо. Это была жестокая игра. Могли просто пройти отсюда. Странно. Обидно? Обидно очень. Очень обидно. Так, здесь у нас что? Здесь никаких врагов. Единственная дверка. Угу. Хорошо. Чё-то там, судя по звукам... Это там что-то висит, что ли? В общем, судя по звукам, хорошего-то ничего ждать не стоит. И отсюда мы сможем убежать, если что. Не знаю, я сразу все пути прорабатываю. Да не гони, чё, какое питание? Damn it. Where's the power source? Так, ладно, понял, вон какие-то провода, которые идут вон туда. Печально, все эти усилия. Ну, не зазря были, конечно, но... Если бы мы сразу туда пошли, то могли бы время сэкономить. Провод идет туда, как нам туда попасть? Ну, туда можно попасть только с помощью магии Вуду. Или вот так вот. Поддается. Так, а что тогда? А как? Может, она как-то... Подожди-ка секунду. Она не открывается. Хорошо, ладно, что мне делать? Может, мне лбом толкнуть? Но это же не Крис. Крис бы там... Доска запросто. Сломал бы нахрен пол дома. Ну, я нечаянно. Так, ну так она не ломается. Коктейль Молотова я на нее использовать не хочу. Девочка, может, ты что придумаешь? Кирпичом такой, хух, сейчас сломала, да? Очевидно, что-то... О! Дядя, смотри, здесь у нас рубин. Очевидно, что-то здесь нужно сделать такое, о чем я пока затрудняюсь говорить. Хорошо, кто-то психанул. Ну да. We're gonna have to smash through the gate. Ну, а вот оно. Окей, давай.
Так, тихо-тихо. Вы, ребята, давайте друг другу. Вот это поопаснее того, кстати говоря. Но загорелся только один. Ладно. Если бы вы двигались быстрее, с вами были бы какие-то проблемы, но... Наташ, ну ты что, ну... Я не горжусь тем, как я стрелял только что. Так, спокойно. Да блин, у ворота что-то против них. Только я сказал, что они простые. Да ни хрена они не простые. Хорошо, ладно, сам нарвался. Не совсем не сложно, да? А вы боялись. Так, я думаю, там сейчас еще придут. Вот это вот уворачиваться от них как-то странно получается. Я бы сказал, не получается вообще. Это хорошо, наверное. Зашибись. Живем. Музыка тревожная играет, значит, кто-то идет за нашей жопой. Тихо. Да где ты, ребята, прячешь? Да, блин. Управление очень удобное, но, блин, целиться все-таки, наверное, не очень. На геймпаде. Но вообще здесь на геймпаде гораздо удобнее целиться, чем, скажем, в Орде. Лично мне. Вы, я так понимаю, будете наседать и наседать, и наседать. Так, Наташ, возьми кирпич, мало ли что. Хорошо, питание. Я думаю, что в тот момент, пока я буду включать его, раскручивать. А нет, просто кнопку нажал. В общем, я думал, будет сложнее. Я постараюсь сейчас просто пробегать, потом, когда... Они наверняка сейчас еще вылезут. Когда они соберутся в кучу где-нибудь в доме, я кину коктейль Молотова. Это здесь просто оружие массового поражения. Жалко, мне очень не хватает возможности выбивать ногой двери, как это было в других номерных резидентах. Это было очень круто, это прикольно смотрелось. Окей. Отлично. Так. Ну да, взломщик еще тот. Так, ты сможешь за мной пройти же туда? Враги, вы где? А вон один. Шкандыбайт. Наташка. Ого. А может быстрей? Ох, это было рискованно. Блин, Барри крутой. Барри. Барри, ты мужик. Fine. Ну, насколько я понимаю, по моим личным ощущениям, это была финальная битва этого эпизода, которую мы, по сути, практически прошли, наверное, да? Потому что мы пришли, куда шли. Хотя, посмотрим. В итоге мы пришли к тому же самому мосту, по сути. Мост просто обвалился, когда мы за Клэр играли, помните? Поэтому, видимо, они не пошли. Хотя там, в принципе, пролезть легко, можно будет оперировать. Well, that was a really long way around. Только не говорите, что Клэр и Мойры там уже нет, потому что это будет печально. Мы столько шли сюда, и в итоге с ними не встретимся. Там же вроде и пути другого нет, деться. Хотя в ту сторону. Ладно, все, пойдем уже. Шалка. Ну какой черт она мне здесь? Я что, ничего не брал? Вроде как ничего.
Пушки все понравились. Револьвер реально слонобойный. Винтовка требует привыкания, но тоже неплохая, четкая, очень точная. Клэр? That's her. That's my baby. Any luck in there, Marta? Моя прелесть. Кто переводил? Piece of shit must be busted. Hey, then let's head over to the Vasek. Fucking technology. You can say that again. This was logged 6 months ago. 6 months. Jesus, Moira. Your daughter's name is Moira? Yeah. Why? Hey kid, you okay? Moira. She's dead. What? Пипец, конечно. Да уж, что я тут могу сказать? 6 месяцев прошло, это как вообще? То есть получается... Ладно, давайте посмотрим. We've been infected with something. I promise I'll catch up. Is this the place? The Vasek? Don't be scared. So you finally came. I knew. We are on this motherfucking island! Ну, надо сказать, заинтересовали. Прикольно. Первый эпизод, я так понимаю, был чисто затравкой, в котором, ну, вы могли оценить, что вас ждет в будущем. Основной сюжет начал разворачиваться только вот в последнем уже этом, как это говорят, превью следующего эпизода. В общем, что я могу сказать? Эпизод хороший. Мне очень напомнило вот это все почему-то вообще подача фильм «Остаться в живых», ну, то есть сериал «Lost», если кто помнит такой, я думаю, все помнят такой, и очень напомнило игровой сериал «Сирена», «Сирен Блуд Курс», который мы с вами проходили на канале года 3, наверное, назад, а может 4, я уж не помню, на PlayStation 3. Она тоже распространялась эпизодами, и там был какой-то вот очень похожий дух такой. Вот та игра, конечно, была в миллиарды раз страшнее, но при этом еще более японская шибанутой. Не знаю, короче говоря, Resident Evil Revelations 2, на мой взгляд, игра выше среднего. Она не хватает каких-то там звезд с неба. Она просто хорошая, в нее интересно играть, и она именно такая, без напряга. То есть не выдает себя там за какое-то новое слово в жанре, не выдает себя за какой-то там мегапроект. То, что она распространяется по эпизодической системе, одновременно плохо. Я, как вы знаете, ну, эпизоды не так, чтобы сильно люблю. Но при этом и хорошо, потому что, как вы знаете, эпизоды я люблю. Короче... Плохо это то, что нам теперь придется ждать, сколько там они обещают раз в месяц выпускать, но вполне может быть, что будет раз в 2 месяца, раз в 3 месяца, а может быть будет как с Half-Life эпизод 3, там, не знаю, через 50 лет когда-нибудь, если будет, как говорится. Что хорошо, это то, что по опыту, скажем, тех же Telltale было видно, как они с каждым эпизодом растут, был постоянный, как это можно сказать, фидбэк. То есть они постоянно оттачивали игру, недостатки, которые раздражали игроков, они убирали, все это было очень оперативно, и, соответственно, с каждым эпизодом игра становилась все лучше и лучше. Это, по-моему, лучше, чем если бы они весь первый эпизод Walking Dead выпустили за один раз, потому что игра была бы таким же дубовым, как первый эпизод первого сезона Walking Dead игры. Если кто не верит, то запустите сейчас. По сравнению с тем, что у них сейчас, это просто земля и небо. Реально настолько все деревянное, что просто не передать словами. Так что, как задел на будущее, игра неплохая. В ней неплохой геймплей. Геймплей именно неплохой. Сюжет я пока особо не заметил. Что-то есть какие-то такие зарисовки, но что именно это будет, хрен его знает пока, честно говоря. И тем не менее, самое главное, что в этой игре есть, какой-то дух первых частей. Вот дух именно не последних частей Resident Evil, а дух первых частей, трех,
Может, потому что мы за Барри и Клэр играли, потому что я соскучился по этим персонажам. Черт его знает, короче говоря. Надеюсь, вам понравился этот лонгплей по данной игре. Он был не совсем уж лонгплей, то есть я не занимался там всем эпизодом за раз. Но, тем не менее, за две достаточно больших серии мы с вами все это прошли. Надеюсь, вам было интересно. Будем ждать следующих эпизодов. Сейчас вернемся пока к прохождению Resident Evil Remaster, который мы проходим на канале очень-очень медленно. Но тут, как говорится, дело времени. Было бы время, а, собственно, желание-то есть. Короче говоря, вот мы с вами прошли этот эпизод. Собственно, тут можно еще долго обо всяком говорить, лить воду. Ну, я с вами просто попрощаюсь. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Всем пока.